Приветствую всех, ребята! А сегодня у нас видео распаковка посылочки с продуктами от Вкусняшки, продукты из Европы. Заказывала я у Натальи Волковой, а у нее есть страничка на Фейсбуке, так и называется «Вкусняшка, продукты из Европы». Ссылочку на ее страничку я оставлю внизу под видео в описании, так что переходите, выбирайте себе продукты, заказывайте и наслаждайтесь. Очень низкие цены, доступные цены, большой выбор, быстрая доставка. Сейчас вот я как раз распаковываю, и вы увидите, что мы там заказали первый раз. Зачем я это на ходу? Нет, то, что мне Наташа писала, я буду потом рассказывать, для чего это. Вот, вот эти, видишь, в таком флаконе. Освежители. Ну, освежители и запах они убирают. Два вида. Ванилька и вишня. Один для мамы, один для нас. Выберем, какой запах. Вот, тут даже нарисовано, что можно брызгать диваны, не шаруди возле прямо этого, кровать, диван, шторы, одежда, коты, коты, собаки, все вот это можно. Ну, прикольно, что убирают запахи. Ну вот, с обратной стороны, вот на лоток нарисовано запах котячьего лотка. Прикольненько. Ой, подошел. Так. О, смотри, а вот это кобылячья мазь. Гель. Охлаждающий, обезболивает. Охлаждает, убирает усталость. Два вида. Один Германия, второй Венгрия. Что такие хорошие. По 500 миллиграмм. Так. Вот это соус. Классный. Какой? Соус для салатов, короче, для еды. Не такой хоть, как тут, что мы брали? Для нет. Цезаря. Нет, не для Цезаря точно. Вот этот должен быть очень вкусный. Тут мед и горчица. Мед и горчица. Да. Да. Для салата всякое такое заправлять. Можно и мяско, наверное, тоже. Вкусняшка, кстати. Так, что у нас? Еще видишь, дай эту срывать. Угу. Покажи еще раз. Опа. Тоже 500 миллиграмм. Вот эту штуку срываешь, закрываешь. Вот, и отсюда чпуль-чпуль. 500 миллиграмм. Прикольно. Покажешь название. Название. Вот, Хеннинг Мостерт. Ну, у Наташи на странице, там, где ее страничка Вкусняшки, все эти товары есть. Я сделаю обзор, что я взяла на пробу. Это у нас тунец итальянский. Такие маленькие баночки. Хотя они так на ладошечку помещаются. Разных видов взяла на пробу. Цена тоже, я посмотрю по ценам и расскажу потом, что почем стоит. Вот так вот открывается, будем пробовать обязательно. Покажу, расскажу, посмотри, да, насколько они понравились. И есть ли разница в них, тоже скажу. Прикольно, даже Лёля пишет. Лёля. Генетик это. Хитс. Нормально, шерсть была. Нормально? Да. Вот, а это паштеты. Тоже такие. 115 миллиграмм. 130 миллиграмм. Это что-то такое вкусненькое. Тоже, по-моему, Италия. Я вот, Наташа, тоже прочитаю на страничке, как оно называется, расскажу. Ну, что-то такое вкусненькое, помню, тоже на пробу взяла. Где-то тут куриное, а где-то тут что-то свининое. Это не итальянское. Не итальянское? Может, Польша. Может, Польша. Так.
есть. Что-то интересное. Это Словения. Ой, Наташа положила сюрпризики. Прикинь, моя ты хорошая. Ой, класс. Прикольно, вот такие шоколадки. Вот это все не наши производители. Это Польша, Венгрия, Италия здесь. Германия. Смотрите, какая прелесть. Вот такие маленькие порционные шоколадки. Класс. Прикольно. И визитка, да? Качественные продукты питания из Европы. Также бытовая химия. Наталья. Вот девочка Наталья. Ногти такие красивые. Ой, ё-моё, ужас. Не, ну я ж только что рисовала маслом картины, поэтому у меня руки такие, не обращайте внимания. Вот еще все данные Наташи я оставлю тоже под видео. О, Наташечка, спасибо. Маленькие сюрпризики в виде сердечка. Записочка. Ой, я ж запыхалась. Оксаночка, с наступающим. Пусть исполняется все самое заветное. Наташа вкусняшка. Ой, спасибо, Наталочка. Ой, так приятно. Вообще мелочь, а приятно, да? Вообще классно. И к этой еще вот супер контик. Но это уже наш производитель к чаю. Спасибо большое, Наталочка. Тебя тоже с наступающим. Эта посылочка как раз вовремя пришла накануне 8 марта. Здорово вообще. Так, кто тут у нас? Вот, смотри, что я заказала на пробу. Это марципаны, да, марципаны. Я не помню, пробовала я марципаны в своей жизни или нет. Вот они. Но если то, что я думаю, это очень вкусно. Это просто безумно вкусно. И очень хочу, так вы желаете открыть, попробовать обязательно к чаю. Есть такой обыкновенный, ну, то есть простой марципан. А есть с добавлением апельсинчика. Вот на пробу я взяла. Здесь в каком-то 100 грамм, в каком-то 90 грамм. Ну, такой батончик, как у Сникерса. Большой. Так, что тут? О, вот такая. Что, стеклянная банка? По-моему, это Германия такая. 750 грамм. Как бы нутелла. Да, банка. Думала, пластмасса будет, но нет, банка. Это как нутелла, да? Вот только это еще крема. Два как бы крема шоколадных, белого и молочного. До крем. До крем, два крема. Двойной крем. 750 грамм. Вот так вот. Вот так вот. Ой, сейчас не открывается. О, все запечатано. К чаю, на хлеб, на тостер. Самое оно. Жалко, что я не могу это есть, но... На тост. Ну да. На тост. Давай же колбасу открывай, сколько можно. Так, колбаса. Заказали колбасу. О, тихо, не кричи, говорит, а то соседи сбегутся на колбасу. Ого, ты смотри, какие небольшие. Я думаю, да, ножницы или у меня есть. Все. Так вот. А, извините. Ой, как пахнет. Круто. Какая-то из них королевская, а вторая оленина. Ни ту, ни другую я не пробовала. Ого! Вот это палка. Вот это размер палочки. Колбаски. Вот это я понимаю. Ой, что-то она слизка. Не, ну жирная, жирная. Класс. Ой, как пахнет. Понюхай. И руки поцарапаны. Ну, это ж кот. Вот. Это... Так это упаковка такого цвета. Ну, упаковка, но все равно. Понюхайте, я дала тебе. А вот это оленина. Вот тоже. Такая. Тоже вкусно пахнет. Мясо выруба.
влажненькая. Вот это от надо этой будет пройти. Да, от второй колбаски она влажненькая. От этой. Ну, я так поняла, от вот этой. Нет. А, это она, вот ну, смотри, видишь, она в такой упаковке. А. Короче, надо будет пробовать и рассказывать, какая она на вкус. Потому что ни одну, ни вторую я не пробовала. Вот это значит оленина. Давай королевскую. А вот это королевская. Вот, это, по-моему, производитель Польши, да? Это, наверное, похоже. Непонятно. Буквы. Такая большая. Ух, колбасня, дать по голове и все. Класс. Фич. Ой, класс. От этой пахнет. Пахнет, очень от пахнет. От этой? Ну, конечно, если это же запаковка. Ну, вот это что, тоже очень пахнет. Это все Словения. Ну, значит, Словения, значит, не Польша, а Словения. Словения. Супер, вообще. А поставь на паузу, я руки вытру. Вот. Такой вот приятный просто сюрприз под 8 марта. Сюрприз-заказ и плюс такой знак внимания от Наташи с 8 марта. Наталочка, спасибо тебе, процветание в этом деле. Пусть все будет хорошо. Я знаю, что ты занимаешься творчеством, вышивкой. Пусть у тебя всегда будет вдохновение и много заказов на твою вышивку. Спасибо тебе большое. Вот если бы не ты, я бы этого всего точно бы нигде не купила бы, не попробовала, не заказала бы. Вот так вот выглядит паштет, открытый, очень нежный, очень вкусный, как раз для меня. Где-то там по 28 гривен стоит, сейчас в ассортименте есть и другие. Очень вкусная колбаса, и королевская, и оленина, и рыбка вкусная. Одна в собственном соку, вторая в масле. Вкусные очень марципаны, и паста нутелла очень вкусная, и соус, все вкусное, просто пальчики оближешь. Вот эти кобелячая мазь, она стоит по 98 гривен или по 88, точно не помню, но я оставлю ссылку на Наташу, там вы все посмотрите. И цены, и ассортимент, все вы посмотрите на ее страничке, вкусняшки, продукты из Европы. Для сравнения, вот эта кобелячая мазь на сайте Prom.ua мы покупали для мамы за 400 гривен, у Наташи она стоит до 100 гривен. Это просто чудесно, я считаю, очень адекватные, хорошие цены. Так что переходите, смотрите, выбирайте, покупайте. А мы с вами увидимся в новых видео. Всех люблю, целую, пока-пока и подписывайтесь на канал.